Всем привет, мы сегодня в котах-воителях обновление. Но тут якобы надо искать яйца. А еще тут можно взять какой-то скинок себе. Ну, не знаю, какой-то возьму. Ну, вот этот пусть будет. Так, давайте обещаем. Тут что там? Такс. Этой кошке можно что-то изменить? А что если ее сохранить? Такс, не знаю, что тут можно. Пусть у нас будет вместо мандариновой звезды. А откуда я взяла это имя, расскажу в следующем видео. Я не знаю, просто не могу найти другое имя, поэтому называю мандариновой звездой. Так. А чё я такая маленькая? А чё? Я думала, я молодой буду. Ладно, так, тут надо собирать вот такие яйко. Ну, они тут разные. У меня, как видите, пока что ничего нет. Так, будем собирать. Так, медицине, это что? А, это кот. Тут ничего нету. Дальше. Может, наверху посмотрим. Нет. О, это что? Давайте соберем. О, 1 из 11. Экслозайв эк. Клавитефиус ид. Перевод вроде бы это очень легко найти. Как? Ну ладно. Так, давайте наверх поднимемся. Там, разве тут раньше была такая штука? Ну, ладно. Так, тут ничего нету. И тут тоже. А, какая красота. Боже, почему тут так красиво? Я хочу стать... кстати... Задаю вопросы каждое видео, если я не забуду. Какая ваша любимая роль в «Котах-воителях» и хотели бы вы стать этой любимой ролью, если бы были бы в «Котах-воителях»? Так вот, пока я тут собираю, то я скажу. Я сперва даже не ответила. У меня любимая роль — это... меди котов. И да, я бы хотела бы даже стать ими. Знаю много трав, как и все. Я просто собираю яйца. А, еще расскажите какой-то из законов вашей любимой роли. Например, какой-то из законов или несколько. У меня, этой медикошке нельзя иметь пару и детей. Котят. Но все же они и дети, якобы, без разницы. Боже. Тут ничего нет. О! Нашла. Уже 3 из 11. О, май гад. The Frozen Hand. Moss Egg. А, это кот какой-то. Так, что тут? Тут у нас вроде... А чё? Было же раньше 3. А чё так? Было же 3 раньше. Ладно. Так.
Блин, там хочется еще один вопрос задать, но надо якобы по два или одного вопроса. Ну как надо? Это я просто себе выдумала такое. Каждое видео, если не забуду, говорить по два или один вопрос. Ну ладно, по одному точнее. Так, о, рыба. Тут дерево прикольное. Мне показалось, это у кота хвост. Этот. Боже. Зеленый. Во. Так. Ну что ж. А, кстати, расскажите еще, пожалуйста, вот вопрос. И расскажите, пожалуйста, блин, это уже третий вопрос. Ну ладно, скажите, пожалуйста, почему вы хотите стать целителем или почему это ваша любимая роль? Мой ответ таков: я не знаю, потому что, ну, еще потом, ну, я вообще не знаю, но знаю то, что там много моих персонажей любимых, например, эти. Боже. Я ролика, ну, веснянка якобы, вевсянка, овсянка, ой, веснянка. Там воробей, ну, там пепелица, которая задает тысячи вопросов. Она, кстати, прям вот копия облачка. Правда, облачко еще, так бы сказать, дурнее. Ну, Пепелюшка хотя бы лучше по характеру, спокойнее. Так, Щербатая. Щербик. Ну, кто-то еще, не помню, кто. Это Пестролистая. Боже, я забыла, как. Мать Снежка, которая родила Белку, там, Астролистую. Коробчика, воробчика. Ну, еще я... Ой, о, о, котик! Такс. Ну, еще мне нравится собирать травы. Или там... Мне нравится, как Пепелюшка и Щербатая заставляли этого Огника собирать травы. О, помню момент там, где Пепелюшка с Огником пошли травы искать, и тут же этот облачко такое: ай, смотри, это ягодки. И чуть ли не скушал их. Они были, если что, ядовитыми. Да? Ой, потом на него еще и барсук напал. О, божечки. Что вообще только не бывало с этим обличком. Что-то, ну, ничего я не могу найти. Ну, почему тут так сложно? Боже. Ладно. Пойдем к лунной пещере. Ой, мы же в ней. К лунному этому водопаду, точнее. О, какая красота! Так тихо, никого нету. Ну все, мы уходим. Посмотрели и все, хватит. Уходим. Это вредно для глаз. Не знаю, чем. А, ну тут осветление большое, тут якобы кристаллы, ну. Типа, ну. Ну, логично, типа. Так, ладно, дальше начинаем искать. Пока что тут ничего нету. Ничего нету и ничего не будет, наверное. Блин, ну. Чё тут? Ой, какая красота.
Вообще ничего нет. Ну вообще, ну ничего, 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 ничего нет. Ну вообще, ну где эти яйку? Сэнка, у яйка, батюшки яйка. Так. Почему тут ничего нет? Божечки. Что тут, где тут? Тут никого нет. Ладно, будем просить помощи людям. Ну, это я. Так. О! А, не, я его уже нашла. Как люди? Мне интересно, есть ли люди, которые уже все прошли? Если есть, то, пожалуйста, напишите в комментариях, где находится яйцо из лунного камня, водопадное яйцо и яйцо этих теневых. О, о, ветряное, ты куда? Куда? Иди сюда. О, ветряное яичко. Боже, 5 из 11. Боже, почему это так сложно? Ну, боже. Я не знаю, смогу я или нет хотя бы что-то еще найти. До конца, точнее, найти. О, у меня уже 6. Ого, как много. Ой, хотя для меня это было... 5 для меня было мало. Ну, допустим. Тут уже Frost Clan. Или мы в нем были? Ой, я не знаю. Тут какой-то сиамский кот бродит. Почему он не в домике? Божечки, ну почему так долго? Зачем так сложно это сделали? Так. Что? Идем искать, что еще делать? Это что за ветка? Странная эта ветка. Боже, даже эвент с тыквами был не настолько сложный. Боже, почему, зачем он такой сложный? Так, ладно, давайте-ка посмотрим, что тут за ивент дали. Так. Глаза тут ничего не дали, голова ничего не дали. Уши. Так, уши тут тоже ничего не дали мне. Бусахи ничего. А, нет, или что это? Мне не дали. Так, с... Ну, ничего пока что нет у меня. Так, в ногах тут что? Ничего. Ладно, пока что просто вот эти штуки поставлю. Это какие-то новогодние гентеры. Или это носочки. Так. О! Во-во-во, что это такое? Вау. Это сейчас мы посмотрим. Все равно почему-то тут ничего нельзя подвинуть. Почему-то именно в этом редакторе вот этих хантеров. Ой. Что у нас теперь это лысая эта чуть-чуть. Ну ничего, с кем не бывает. Накс. Все, сейчас посмотрим. Надеюсь, хотя бы что-то нормальное дадут. Дали. Фу! Боже! Миленький такой пап, пупсик там. Заяц или кто? Или кролик. Какая? Вся же есть разница. Ну какая? Я не знаю. Так. Тут у нас камни, понятно. Так, тут у нас Stonewardens. Stonewardens. Так. Ну, ничего нет, как всегда.
уже. Почему это так сложно? А, это у меня собрано. Это яйцо с мхом. И опять оно тут. Что-то я вообще не могу найти ничего. За что? Это что? Ух ты! 8 из 11. Хит-чик. Это что за хит-чик? Хит-чикен, пикен. О, 5? А, не, я его собрала уже. Ну, ладно. Сейчас посмотрим на этого вашего хит-чикен. Так, сейчас. Это какой-то цыпленок, типа. О, какие миленькие, боже, боже. Посмотрите. Так. Ну, что тут? У нас есть ничего. Надеюсь, я хотя бы еще одно найду. Так. Прыгаем. Ну, где же? Божечки. Замороженный лист. Так, можжевельник нам не нужен. А я такая, что же это? Можжевельник. Так, водопады тут у нас. А, кстати, тут... Ну ладно, потом посмотрим. Или вообще не смотрим. Ну ладно. Ой, что это? А, последнее что-то, финальное обновление. Making Stewie. А это они там что-то с яйцами, короче, сделают, пофиксят их. Ну, они там исправят и сделают, улучшат там яйца. Мейкинг, типа, переделают. О боже, ну уберите уже вы эту надпись, она мне мешает. А вообще всем игрокам. Боже, зачем она? Так, вот когда она пройдет, когда я яйца соберу. О, это, наверное, это поговорка новая. Когда я все яйца эти соберу, это, наверное, никогда или тысячи лет пройдет. Боже, о! Овал 3X. Это ху-ху, что это? Так. Ну все, давай уходи. А что это было? А, это норка мышья. Ну, ушла надпись. Так ушла, молодец. Так, мы уже тут в их рост клане, точнее. Ну, что тут? Ничего. Ладно, ничего не нашла, поэтому на сегодня все. Всем пока-пока.